лет 30 прошло, а точнее всего 28. Тогда начиналась дождливая поздняя осень. Не то чтобы со смыслом, скорее, наверное, в шутку. Ты мне подарил свою тонкую белую трубку. Она ни к чему мне. Давно я курю сигареты. Они моя слабость. Хоть, в общем-то, я не об этом. Хорошая трубка. Она бы тебе пригодилась. Ты можешь забрать ее. С ней ничего не случилось. Что может случиться с обычной трубкой белой? Ну, чуть пожелтела, так я подбелю ее мелом, почищу ее, и опять она станет как новая. Что может случиться с обычной вещью Крашова? Ведь лет миновало всего ничего. 28. Забыл? Я напомню, стояла дождливая осень, что ты говорил мне и что я тебе отвечала, я всю сберегла, хранила, не потеряла. На чем мне денек твой? На тот непредвиденный случай, когда ты забьешься в тяжелой тоске, как в подучей, когда от тебя отворотятся, как от чумного, ты вспомни меня, позови. Я приму и такого, такого любого. Любовь она сраму не имеет. Она приголубит, она твои плечи обнимет, она пожалеет, она тебя примет как милость. Ты можешь забрать ее, с ней ничего не случилось.